Сбросить с себя долги на 13-е под Пасху. Князю бездны. Если есть луна, то ловить лунный свет. Если нет, то ставить черную восковую свечу перед зеркалом. И принесите любую вещь серебряного цвета, не пластик, или серебряные блестящие монетки. Цвет серебряный. Положить дар на алтарь, чтобы он отражался в зеркале или на него светила луна. Сказать. Бездна, князь, в 13-е под Пасху тебя призываю. Откуп серебром у меня прими, мои долги спеши. Закрой свой счет, тебя прошу и заклинаю. И можете уходить, все долги денежные вам спишут. Это именно денежные долги, но не злостные. Если вы одалживали, чтобы не вернуть и часто, то это никакой ритуал вам не снимет.